Всем доброго здоровья. Хотел бы обратиться к всем братьям и сестрам нашего боевого братства. Поддержать меня в одном добром начинании. Находясь во Владивостоке зимой этого года, в феврале месяце, я познакомился с удивительным человеком, с батюшкой, с отцом Дмитрием. Это человек, который ездит на Донбасс, разводит лично гуманитарную помощь. Представьте, где находится у нас Дальний Восток, где находится у нас Донецк и Луганск. И вот этот человек несколько раз в год ездит, доставляя гуманитарную помощь также в те районы, которые находятся под обстрелом. Сейчас, этим летом, он мне предложил, еще когда мы общались весной, но предложил на лето и сейчас подтвердил информацию о том, что с Донбасса он хотел бы вывести детей для летнего лагеря, где бы дети могли бы отвлечься, побыть, посмотреть на Тихий океан и, ну, просто утешиться. Мы со своей стороны взяли на себя 10 детей от боевого братства. Привести ребенка составляет 55 тысяч рублей на одного ребенка. Это вывоз, сопровождение, вот покупка билетов и проживание. А проживание во Владивостоке не требуется как таковое. То есть там это все делается во славу Божию. Поэтому сейчас под видео будут размещены реквизиты карт, которые указал батюшка, сейчас дал. Кроме этого, сейчас выйдет видео с батюшкой, сразу же вслед за мной. Ну и со своей стороны, от себя лично, я готов закрыть порядка 200 тысяч рублей. Соответственно, 350 еще необходимо найти. Давайте, братья и сестры, сделаем доброе дело. Детишек мы найдем, это не проблема, детей у нас много на Донбассе. Это, ну, можно вывозить и вывозить, конечно же. Все, помогай всем Господь, лидер боевого братства русского мира за державу обидно. Командир подразделения Архангел Михаил Сергей Алиев. Честь имею. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Меня зовут священник Дмитрий, я из Владивостока и являюсь руководителем проекта «Аскольд и Дир». В рамках этого проекта мы осуществляем настоящую научную экспедицию с учеными ДВОРА и с нашими детьми. Мы запланировали в этом году 4 таких научных экспедиции. В этом году мы также побывали на Донбассе и познакомились с детьми, которые своими глазами видели то, что они должны были видеть. Я имею в виду, конечно же, войну. И у нас возникла идея взять наш проект и привести детей из Донбасса, из Северодонецка, из Лисичанска, из Шахтерска и многих-многих других городов, в которых были военные действия. Если вы нам поможете, то мы привезем как можно больше таких детей и устроим настоящий летний подарок. Поэтому я предлагаю в этом участвовать, поучаствовать. Мы его будем осуществлять с разными интересными общественными деятелями, с Сережей Алиевым, с Женей, с Супером и многими другими. И если у вас возникнет такое желание помочь, то мы милости просим. Спаси всех, Господь!